Лена, помогите, пожалуйста, как помочь моему сердцу открыться? У меня нет чувств. Я всегда говорю всем, благодарю, люблю, но это от ума, внутри как будто камень. Очень больно и стыдно об этом говорить, но это правда. Много практик проходила, мне сказали, в моем поле обида, и поэтому я ничего не чувствую и не понимаю. Ну, на самом деле, вам уже дали ответ на ваш вопрос. Обида закрывает сердце. Разберитесь тогда с обидой, уберите ее, посмотрите на природу. Обида – это ваши придумки относительно другого, что он вам что-то должен, обязан, или обязан был жизнью вам, или чем-то. Уберите это, никто никому ничего не должен, и ваше сердце откроется.